В Элисте состоялось торжественное открытие межрегиональных учебно-тренировочных сборов среди юноармейцев «Воспитай патриота». Масштабное событие проводится при поддержке Министерства просвещения России в рамках национального проекта «Образование» и объединило юноармейцев из разных регионов страны. Помимо знакомства с калмыцкой культурой, ребята смогли пройти различные мастер-классы от знакомства с военными традициями и процессом поступления в главные военные вузы страны до практических занятий по сборке автомата и вождения танка Т-72 на специальном тренажере-симуляторе. На церемонии открытия перед юноармейцами с напутственными словами выступили общественные и политические деятели региона, а также показали свои красочные номера творческие коллективы республики. Особенным моментом вечера стала торжественная церемония поднятия флагов Российской Федерации, Республики Калмыкия и родного для всех ребят юноармейского флага. Подобные мероприятия становятся нормой. У нас, то есть таких всероссийского масштаба, у нас регулярно проходят сборы. Вот следующие сборы у нас будут с 9 по 11 сентября. И во многом здесь важно отметить, что руководство республики работает над грантовой поддержкой. Большое вам спасибо за то, что создаете эту прекрасную атмосферу.